Resident Evil. Это вертолет Дельта. Готовлюсь к высадке в квадрате Е95070. September 28th, день. Монстры захватили город. Каким-то образом... Я все еще жива. Ugh!
У нас тут...
Отключено. Как ты меня нашел? Сюда.
Ты один из выживших. Ну так жил. Жил на Денисова.
Подожди.
Похоже, мы готовы выдвинуться. Вот, возьми это. Окей. Николай? К нам не присоединиться. Я понимаю. Я поведу вагон. Пошли. Джилл, выходи из вагона быстрее. Михаил, подожди, не надо. Уходи отсюда, поторопись. Михаил. Нет, тормоза отказали. Полезно. Вот тебе подарок.
Thank you.
Прости, Джилл. Пожалуйста, очнись. Джилл! Джилл! 1 октября. Ночь. Я проснулся от звука дождя. Не могу поверить в то, что я до сих пор жива.
Я удивлен там. Что происходит? Bye.
Внимание! Приступаю к операции в помещении для обработки. Всем немедленно эвакуироваться. Stars.
Запуск ракет. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Внимание! System. Checking battery. Внимание! Не хватает энергии для запуска системы. Выполняю программу быстрой зарядки. Подготовка к выстрелу.
Перегрев системы. Перехожу в режим охлаждения. Сюда. Кажется, все закончилось. Отлично, уходим отсюда. О, нет. Это здесь. Пройти. Все, хватит. На этот раз ты зашел слишком далеко. Мы наблюдаем сейчас самый трагический поворот событий. Похоже, президент и Совет Федерации вынесли вердикт об уничтожении всего Раккун-Сити. Президент и Совет Федерации сочли, что операция по полному уничтожению – это лучшее решение в этой экстремальной ситуации, и отдали команду начать ее. На основании этого решения Раккун-Сити был буквально стерт с лица земли. По последним данным, число погибших превысило 100 тысяч человек. Наши сердца скорбят по погибшим жителям Раккун-Сити.